На базе Северо-Восточного государственного университета открыли школу цифрового будущего. Детей от 12 до 17 лет будут учить основам автоматики и робототехники, создавать компьютерные игры, мобильные приложения, качественный контент для социальных сетей и языкам программирования. В образовательных играх школьники будут открывать Америку вместе с Колумбом, изобретать радио с Поповым и спасать раненых в битве под Сталинградом. Ученики смогут работать в среде, которую иначе не создать в классе, расщеплять атомы в лаборатории, собирать образцы марсианского грунта, учить английскому кочевников. Разработка компьютерной игры на платформе Unity. Это современная платформа. Сейчас на ней написаны такие игры, как Skyrim, Rust и так далее. Также это программирование на Python, где дети познакомятся с основами алгоритмов языка. Также построят свои первые графические игры. Ну и это очень пригодится тем, кто будет сдавать ЕГЭ по информатике. Разработка мобильных приложений. Там дети будут писать на языке Java свои первые мобильные приложения. Ну, это на самом деле интересно, так как мобильные приложения есть у нас у всех. Обучение в школе дистанционное и платное. Подробнее о школе цифрового будущего смотрите в нашей программе «Разговор по существу» с Александром Тимшиным. После программы «Магаданское время» в 20:15 на телеканале МТК-Видео.